очень благодарен Богу за братьев и сестер, которые приехали на молодежный фестиваль «Когда Бог призывает» в Санкт-Петербурге. Я очень удивлен, с одной стороны, и вдохновлен, потому что здесь совсем уже другая атмосфера. Вот, и мне очень нравится. Как всегда, суть нашего фестиваля заключается в том, что мы рассказываем о миссионерских проектах прошедшего года и приглашаем молодых людей участвовать в миссионерских проектах уже в этом году, этим летом, предстоящим 2018 года. И я очень рад, что многие молодые люди заинтересовались проектами, которые находятся за пределами как своего округа, церкви, так и даже страны. Мне кажется, это та площадка, то место, где я вижу настоящих, энергичных, верующих молодых людей. И эти люди, они действительно готовы служить Богу и готовы идти в миссию. Присутствие Бога, здесь есть веселье, здесь есть общение, здесь есть масштаб. Мне очень нравится то, что несмотря на то, что собирается всего 40-50 человек, мы охватываем всю Евразию, и ты чувствуешь, что ты не одинок, и во всех концах нашей Евразии, во всех в уголках Евразии есть методистская церковь, и я вижу, что в этой церкви есть будущее. I'm very happy to be here again in this forum. Previous year I learned a lot about mission, and this year I'm sure that I'm learning a lot of new things and very useful things. I ask you that you can also learn and you can enjoy the God's mission in this world. We have a lot of jobs, we have a lot of work, we need to start to do the mission. Люблю быть среди молодых людей, и мне кажется, очень много идей каких-то новых, и очень много страсти, и такого хорошего драйва. Я приглашаю вас участвовать на молодежном фестивале в следующем 2019 году, и вы также узнаете, как Бог призывает вас послужить в разных регионах Евразии. And I invite you that you can join us the next year and you can grow in the God's mission.